Всем привет! Будем доить нашу кнопочку. Не подавись. Кнопочка. Наша кнопочка не рыжала, но мы ее раздоили. Сейчас покажем, сколько за раз дает молока на сухом корме. Пять травинок съела сегодня. Да? Бежала через мосток. Ухватила кленовый листок. Утром было 450 миллилитров. Ну и сейчас при. Вот столько надоили. Сейчас проверим. Коза обычно припускает по чуть-чуть. Додаиваем. Все. Последние капельки. Вот так не рожавши 450 миллилитров за раз коза наша дает. Всем пока-пока. До новых встреч.